11 июня, горох сорт Rocket, различные нормы, норма высева 1,4 миллиона. Вот есть краевой эффект такой, и разница в высоте значительная, потому что здесь немного не хватает питания. Так, 1,4, 1,2, 1 миллион, начинает выравниваться посев. Оптимальная норма в наших условиях. 800 тысяч. И 600 тысяч. В целом горох, конечно, при правильном подходе, хорошей защите, он получается при любой норме. Но есть некоторые моменты, но это касательно каких-то лет, когда, допустим, низкая норма, она может привести, ну, к провалу. Совсем низкая норма, это, во-первых, посев может зарасти, потому что очень сложно контролировать даже с почвенными препаратами сорняки. Особенно если у тебя почти каждый день дожди. Ну, грубо каждый день, конечно. Если относительно, ну, относить плюс, такие посевы обычно они израстаются в такую погоду. Ну, то есть они, масса вегетативная большая, цвести начинают позже. Естественно, формируют урожай также. Также получается меньше, потому что созревают практически одновременно. Плюс еще и посев может лечь. Поэтому здесь, конечно, нужно стремиться к оптимальной норме высева. К оптимальной норме высева для своего региона. Так, это 600 тысяч, 800 тысяч. Это такая пограничная норма. Это минимальная норма, ну, рекомендованная. 800 миллион. То есть здесь можно... Ну, так относительно спокойно или свободно, да, контролировать сорняки. Потому что горох в целом быстрый, быстро захватывает, можно сказать, территории и хорошо конкурирует на ранних этапах. Главное защитить, опять же, горох на этих же этапах от сорняков, от конкурентов. Далее он уже сам свободно осваивает территорию. Так, 800 миллион. Миллион. Традиционная норма. Тоже есть, горох немного страдает, есть краевой эффект, но напряжение должно быть. Горох должен, как бы, когда он немного под стрессом, раньше начинает цвести, он невысокий, его приятно убирать, не такая большая вегетативная масса. И, естественно, соответствующий урожай. То есть масса обычно ни о чем не говорит. Если она большая, это не значит, что будет большой урожай. Иногда урожай при высоте, допустим, там, до 70 сантиметров выше, чем при 120, допустим. Поэтому не нужно стремиться к большой такой вегетативной массе. Нужно ее как-то контролировать, сдерживать нормы высева, сдерживать. Ну, по-другому в целом, наверное, не получится. Конечно, климат может тоже сыграть злую шутку, то есть погодные условия, но все равно как бы вот такие вот нюансы есть.